Интересная сессия получилась после экзамена. Очень много раз доходил до части на 60%, с которой далеко пройти просто. Если повезет, на части крака. Много было смертей. После него как раз на нем только одна вроде. Ну а следующим-то уж точно будет Космопульс в финале. И я точно его добью. И... я не знаю, почему мне не везет вообще со всем, что я сейчас прохожу. То есть, не знаю, прямо... Хотя вообще-то даже сам Diablo Collection, когда проверил, мне не везло. Потом Тартар играл, там я бы не сказал, что мне везло на нем. Потому что уже где-то 84, что ли, смерти, вот после 46% с нуля. Что там дальше было? Хотя не, Хрома 2, когда я проходил, мне повезло. Но вот Artificial Ascent уже, например. Artificial Ascent, это я даже вспоминать не хочу. Что там было дальше? О, Акрополикс, блин, что вспомнилось-то. Я же с 22% мог до 100 пройти в нем. Z-Byte, там тоже невезение. Почему-то мне реально не везет на всех экстремальных демонов, которые я прохожу. Вот Diablo Collection, все с него началось почему-то. Вот перед ним, ну не знаю, Экстрасоник, например, тот же, вроде как довольно удачливо прошелся. Вот. Космопульс в финале тут, это прямо самый мощный пример моего невезения. The Ultimate Face еще. Ну еще ладно, просто мне попалась сессия, где я часто проходил далеко. И я знал, что я его пройду. Плазма Пульс в финале вообще непонятно, когда я пройду. Это тупо нужно биться, биться с нуля играть. Уровень вообще об этом. Хотя, может, я его сейчас пройду.